много в мире вопросов, которые нужно решать без участия человека. Поэтому используется беспилотный летательный аппарат. Решено было разработать беспилотный летательный аппарат, способный поднимать до 1,5 тонн груза и при этом быть всепогодным, всесезонным, летать летом, зимой, днем, ночью. Благодаря своей конструкции на него можно устанавливать как грузовую платформу, точно так же подвесные какие-то крюки для перевозки грузов. Также можно грузовые платформы для доставки раненых. Работа в зонах с повышенной радиацией, в зонах наводнения. Выезжает одна платформа, заезжает другая, та, которая нужна заказчику. Перед вами сейчас прототип летательного аппарата. Мы оцениваем возможности соосной системы управления вертолетом и оцениваем вообще возможности данного беспилотного летательного аппарата, потому как в гражданской авиации такого типа вертолетов беспилотных не существует. Есть места, допустим, где могут быть проблемы при строительстве, в частности, допустим, леса, объекты, где наличие строительного транспорта нежелательно. Это могут быть горные районы, где, опять же, проезд транспорта нежелателен или даже и невозможен. Данный беспилотный вертолет способен, как челнок, работать с одного места в другую, переносить грузы. Не надо подъездных путей, просто прилетел вертолет, опустил необходимое оборудование и улетел.